Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха. Что такое хорошо и что такое плохо? А между прочим, одни и те же вещи могут быть одновременно и хорошими, и плохими. Как так? А вот так. Наша новая игра называется «Хорошо и плохо». Я буду называть предмет, а вы должны будете сказать, чем он хорош и чем он плох. Вот, например, конфета хороша тем, что она вкусная, а плохо тем, что от нее болят зубы. А, понятно. А можно я первое слово назову? Итак, Лёва, вам первое слово – лекарство. Лекарство хорошо тем, что оно лечит, а плохо тем, что оно невкусное. Здорово. Теперь вам слово, Иван Антонович. Жвачка. Жвачка хороша, тоже она освежает дыхание. А плоха чем? А плоха, то от нее все липнет. Можно я тоже слово затяну? Давай. Диск. Диск хорош тем, что его можно смотреть. Это на нем мультики, игры разные. Молодец. А плохо чем, Лёва? А плохо он тем, что он легко может сломаться. Теперь ты говори слово. Светофор. Светофор хорош тем, что он соблюдает правила дорожного движения. Показывает, что надо ехать или надо остановиться. А плохо чем, то его нету где надо. Молодец. Ваня, теперь твое слово. Давай, загадывай словечко. Балабан. Он хорош тем, что на нем можно играть песни разные. А плох тем, что если по нему сильно бить, он может продырявиться. Или от него голова заболит. Ну давай, задавай слово. Ой. Ну, слово телевизор, например. Телевизор хорош, что от него глаза болят. А может, он этим плох? Не знаю. Мальчик радостный, пошел. И решил, Крох, то, что очень хорошо. А может быть и плохо. Пока-пока.